друзья, знаете что? Я вот почитал комментарии, и очень много там пишут такое, ну, именно негатив в сторону там дагестанцев, либо там чеченцев, что-то они там такие сякие, плохие водители. А вы откуда знаете? А вы с ними работали, вы с ними сталкивались? Это единственный народ, друзья, который никогда тебя не бросит, я не знаю, на дороге, в карьере, что бы ни было бы. Вот если ты будешь стоять на трассе, поломанной, с поднятой кабиной, даже если ты будешь какую-то рацию просить, там, мужики, дайте мне трещотку или ключ, все будут говорить, блядь, нету, либо я без ключей, либо будет просто молчать, типа у него рации нету. А вот именно даги или чечены, они остановятся и помогут. Вот мне еще ни один дагестанец не отказывал. Я работал с пацанами в карьере,